Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде вроде никого мы не словили, но зато прокачались, да, чуть-чуть. Сейчас, в принципе, продолжим, наверное, прокачиваться. Идем мы в то место, где мы и закончили качаться. Где-то вот тут, я так думаю, или нет. Да, где-то вот тут мы закончили качаться. Вот тут. Давайте пойдем куда-то вот сюда. Ух, покемон босс, покемон босс, покемон босс. Сос. Да, вот сюда. Давайте 95. Да, в принципе, сам бы на тебя напал, но раз ты так уж хочешь. Главное, чтобы он не хилился, ну, не успеет. Так, отлично. Да, вот. Отлично, подняли. И давайте еще. У, Мьюту у нас прокачался, 88 уровень. Так. Отлично. Двибл. У нас уже 30 уровень. Ну, хрен я. Ну, не хрен я знает, эволюционирует ли он. Ну, в принципе, действительно, он 30 уровень, но действительно я не знаю, будут ли у него еще эволюции. Посмотрим. Еще немножко его прокачаю. Если будут, то будут. До 40-го его прокачаю. И потом посмотрим. Генгар. Тебя тоже нужно прокачивать, конечно же. И можно пойти взять еще Абру тоже. Отлично. Вот так. Есть тут кто-то, какой-то большой уровень. И какой-то вообще покемон, которого можно словить. Ух ты. Что-то я как-то про высоту забыл. Так, Снорлакс у нас тут. Кто тут еще у нас? Кто тут у нас еще? Тут в предыдущий раз был Маткип. Но сейчас никого нету, поэтому. Ух, не знаю, как, какие тут высота какая тут. О, там покемон босс был. Там был покемон босс, или мне показалось? Ну, в принципе, если он был, то он уже, наверное, пропал. Так, куда бы нам пойти? О, в принципе, тут еще и рядом и пустыня. Так что пойдем мы вот туда, на гору. Пустыня. Горы. Нет, Вульпикса нет. Да я... Нет! Я же сказал. Ну, не я, нет, но, в принципе, Вульпикс, я не знаю, может потом его словим, но в данный момент точно нет, его не словим. Так. В данный момент Вульпикс нам 100% не нужен. Чё-то я вообще никого не вижу, ребята. Какого-то офигенного покемона, того же Бейгона. Багона. Так. Хитмон ли. Так, давайте все-таки на него Генгара. Уб...
убили, и сейчас пойдем вот куда-то вот сюда. Главное в воду упасть. Отлично. Вот еще тут Seeking. Какой у нас там War Turtle уровень? 34. То бишь еще два уровня. Пойдем сейчас мы вот куда-то, вот сюда. Ну. Куча покемонов вокруг. Но фиг его знает, есть ли кто-то нормальный. А мы, кстати, Синдаквилла словили. Я же помню, мы его ловили, но не помню, словили мы его. Так, ребята. Куда бы нам пойти? Давайте мы пойдем куда-то. Сейчас, давайте я сначала поскладываю все это. Хотя бы вот это. Вот это. Рюкзак. Это выберу. Так. Куда бы нам пойти? Где вообще какие-то нормальные покемоны есть? О, да, действительно. Я уже знаю, кого можно словить. Сейчас я как раз туда пойду. Вот сюда. Пойдем как раз мы вот туда. Сколько там всяких. Ну да. Пойдем мы. Давайте сюда. Короче. Кто-то будет. Если будет, то будет. Потом. Тут у нас. Ну, да сколько тут воды этой? Ну, в смысле... Ух, Райкваза. Что-то тут у нас будет какой-то покемон? Дроузи. Ладно, короче. Сейчас мы пойдем. Во, вот сюда мы пойдем. В горы мы пойдем. Опять. Вот, что-то залагало. Да тут у нас еще карта еще не прогруженная. Ага, значит пойдем и вот сюда. О, покемон. Ух ты, покемон босс. Что-то ты там слишком далеко. О, как раз. Так, ты пехнулись. Ну? Ух, вот это нереально уже глючит что-то. Убьем его. Ни хрена себе. А ну вот этим. Нет. Так, ладно. Куча опыта. Все мы подняли? Нет, не все. Поэтому вот так и. Кто тут у нас еще может быть? Нет, нету. Нету его тут.
Ладно, поищем немножко. Вдруг заспавнится. Вот этот у нас уже есть. Пойди. О, покемон босс. Главное, чтобы не в земле был. Там вот он. Да, давай уже не лагай. Отлично. Фу. С лагами, но зато попробуем его словить. Ух, 31 уровень. Я что-то как-то не посмотрел даже. Да, это будет немножко долго, так как он еще как бы и ловится, да, будет, но плюс к тому, что еще и глючит, поэтому. А в принципе этот Двибл еще и сильный, твою мать. Но то, что я не знаю, если у него еще эволюция. Я и прокачаем его очень немножко, потом, если что, поставим в компьютер. У нас же есть Генгар, точно. А, мы и так уже словили Бейгона. Офигенно, ребята. Генгар? Так, отлично, попали, не пропал покемон. Так, опыт можно выкинуть. Я его просто поднял, так как я умер. Из-за того, что прыгнул с большой высоты, да? Я восстановил себе опыт. Наверное, все-таки можно... Хотя, не знаю, потом посмотрим, если честно. Что и как. Ну, не судите, что я взял вот те бутылочки с опытом. Нужно было, да. Умер случайно, поэтому... Восстановил себе опыт. И забыл выкинуть бутылочки. Так как умер я из-за вот этого падения, что была там слишком высокая высота, как-то не просчитал. И вот сколько тут вот этих бейгонов, которые мы словили. Ну, в принципе, все, больше он нам не нужен. Как бы мы его словили, и он отличный покемон. О! Ух! Сейчас мы еще по Джигглипуф. 42 уровень, ты что-то слишком какой-то большой, поэтому не буду я тебя ловить, тебя я тоже не буду ловить, так как, в принципе, ты офигенный покемон, но это уже твоя, как бы, вторая эволюция, да? О, там Бишарп. Ну, я его тоже не буду ловить. Вдруг найду первую его эволюцию. Голет. Ну. Так. Ух, чё? А чё, убил его, что ли? А, ну, в принципе, Генгард нас спас. Ребят, давайте, наверное, все-таки уже на этом закончим. Словили мы Бейгона. Багон. Пусть будет так. Пофиг, короче. Главное, что, ой, что мы его словили. Идем мы домой. Так, ребята, капут опять. А, ладно, все, давайте на этом все-таки уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.